Спасибо всем присутствующим. Я вот на русском. Я розмовляю українською мовою, але так сталося, що у мене виховував мене дід, який сам русский, сам із Росії, і навчив мене читати, писати, учився в русской школі, і у мене сім'я русскоязична. Так вийшло. Поэтому мне будет сложнее переводить на украинский, как бы я могу разговаривать, но мысль у меня строится на русском языке. Так вот, много из разговоров, высказываний о том, что есть заготовители, перекупы, посредники. Ну, как бы это имеет место быть, это имеет разговоры, но очень важным является то, что сюда пришел этот бизнес заготовки меда. Ну, я считаю его бизнесом, потому что если этим заниматься серьезно, то это серьезный подход. И у меня отец пчеловод, я крутил медогонку, я все это участвовал, помогал. Единственное, что у меня есть мои качества характера, мои качества, данные, таланты, которые я понимаю, что нужно использовать в нужном русле. И я не занимался пасекой, потому что для меня это было не то, что мне по душе. Я человек общительный, организованный. Последняя моя деятельность была, это предпринимательство в Чехии. Я работал в Праге, было несколько строительных бригад. Мы брали объекты, но там случилось так, что мой компаньон оказался очень азартным игроком, он проиграл наши много денег в казино, и я вывел свои активы, приехал в Украину и не знал, чем заняться. Но, честно говоря, я занимался сетевым маркетингом в последнее время. И для меня сфера услуг, это сетевой маркетинг, это продвижение товаров и услуг, было очень важно. И когда ко мне отец обратился, помоги продать мед, а в тот момент, в 2014 году, когда я пришел в эту сферу деятельности, была потребность в том, что пчеловодам нужно было продать, была определенная очередь, не все успевали продавать тогда, когда им хочется, и я решил помочь ему. Помог ему, помог куму, брату, и ко мне в офис стали приходить пчеловоды и говорить: Василий Владимирович, у вас фамилия Рой, вам сам Бог велел этим заниматься. Поэтому я пришел сюда, только меня подняли сюда пчеловоды. В это дело, в этот рынок меня привели пчеловоды. Когда я начал общаться с пчеловодами, они приходили ко мне, и я задал вопрос: почему вы решили сдать мне мед, а не тому, другому, третьему? И я понял, что в заготовке меда есть стихийные люди, есть желающие быстрого заработка. Даже есть такие, которые говорят: я там знаю вот там, вот там, вот там, я договорюсь за такую цену, вы пойдете купить, моя жница. Это все уходит, это все будет в прошлом. Сейчас будет более все цивилизовано, качество обслуживания и сервис я поставил на самое первое место. И когда цена была одинаковая, вы помните, что цены скачка не было, была цена ровная весь год, я привлекал людей к себе сервисом, обслуживанием, приезжали, работали, общались, то есть выслушивали, ну для меня это было важно. Потом, конечно, началась игра по цене, стало немножко труднее, пришлось конкурировать уже гривной, но поначалу вся моя база пчеловодов, которыми я работаю сейчас, нарабатывалась только человеческим фактором. Я как личность и организация, моя как деятельность. К сожалению, мой регион изобилует такой статистикой, как 70, значит, позапрошлом году мы заготовили 2000 тонн. 2000 тонн – это вот просто по рекомендации других пчеловодов. У меня была только реклама на пасе Кабис, больше ничего не занимался. В основном все пчеловоды передавали эту информацию. Так вот, регион Сумская, Полтавск, Черниговская и край Полтавский по статистике из 2000 тонн нам сдало 72% – это пчеловоды, которые заготавливают мед до тонны. Вот, ребята, мне приходится работать вот с тем сектором пчеловодов, которые любители выходного дня и так далее. Соответственно, вы прекрасно понимаете, что вот такие люди, они тару находят такую, которая им угодно, да, это там мы потом посмотрим дальше. Соответственно, это 2500 пчеловодов мне звонят. Вот я человек, который принимает в год звонки от 2500 пчеловодов, и бывает, человек звонит по два раза в неделю, что с ценой. Вот. Тяжело, не спорю. Я взял себе в помощь людей, я начал создавать команду. Вот. Дальше идет у нас 22% это пчеловоды, которые сдают меда от тонны до 3. А весь остальной, самый маленький процент, это от 5 тонн и выше. Значит, я провожу просчет заготовителя работы заготовительного центра. К сожалению, этот год для меня очень тяжелый. В чем заключается? Я подготовил штат и людей под те потребности прошлого года 2000 тонн. Выгонять людей я не могу, потому что я понимаю, что кризис рынка, он меняется, люди у меня обученные. Потом брать со стороны людей, которые не могут разобраться, какой это мед, гречневый, липовый, это сложно. Это годами люди ездят, пробуют, я их уже вводил с собой вместе. Это моя команда, которая составлялась, они все это изучали. Люди со стороны, приходящие в это дело, это опасно. Доверять большую сумму денег, ездить на транспорте, это большой риск. Но вот команду я создал, и вот вы сейчас посмотрите, как он этот год кризисный отобразился от динамики прошлого года и этого года. Смотри.
Так, сейчас на данный момент, при том топливе, которое есть, купить 10 тонн меда с выездом на 100 километров, это вот расход, который считается, поехал, купил, привез, и потом заесть всего лохутора, дворы. Зимой расход топлива бывает такой, что ну, по гололеду у меня, честно скажу, было две аварии, я две машины восстановил, две газели. Потом у меня была авария 10-тонного грузовика. Чудом ребята успели вытащить машину, на переезде заглохла с большим тоннажом меда. Слава богу, была фура, быстро вытащили, оттянули. Ну, то есть, реальная ситуация. 110 тонн меда, большая сумма денег, и на переезде машина стоит. Вот минут топливные баки, я поменял уже несколько баков, садятся. Пчелот говорит, там мы там проедем. Ребята приезжают, понимают, что там вообще проехать невозможно, но тем не менее. Я рассказываю сейчас расход топлива при нынешней цене на топливо. 3840 гривен. Едем дальше. И туда, не в ту сторону, извините. Так, амортизация транспортного средства. Машины все заграничные. Значит, за границей приходит ремонт. У меня ходовая 40, 50, 60 тысяч в год вылетает. Ребята говорят, Вась, мы не можем проехать. А там человек, например, на хуторе заехал, и это большой объем. Говорит, мы не можем проехать туда. Как нам поступить? Ну, в общем, амортизация транспортного средства можно, в принципе, умножить было на 2, но я умножил на 2,5 из-за того, что наши дороги, ну, нереально убитые, ездить к хутора сложно, ну, приходится работать. Поэтому вот закупка на расстоянии 100 км при учете амортизации транспортного средства получается 4800. И возврат тары, когда вы берете тару, верите нам тару, ребята, ну давайте считайте топливо, мы будем ехать за медом и перевезем. Нет, вы обещали, мне нужно ее помыть, мне нужно ее к Новому году поставить. Что это за заготовители такие, либо мы работаем, либо не работаем. Ну, пожалуйста, привозим тару. Идем дальше. Командировочные. То есть люди, которые работают сутками, бывает, засыпают в дороге, встают. Это вот по, согласно пункту статьи Налогового кодекса 372 гривны. Два человека в машине. Это им обходится 744 гривны. Погрузка и выгрузка. Ребята у меня крепкие. Поменялось несколько человек, у которых болит спина. Ну, ездит, он приехал в рейс, выгрузился, готовится завтра следующий рейс. Вот получается, что погрузка в машину, потом с машины. Я купил везде гидроборты, поставил, так немножко облегчает. Переходим на бочки, потому что бочка в наш регион вообще не хочет приходить. Они вот так тяжело к этому приходят. Я говорю, давайте я вам бочки дам. У меня дочка замуж вышла, треба ремонт квартиры жить. Ну, разговор такой, ну что есть, то есть. Итого получается, обходится два человека в командировку 1944 гривны. Едем дальше. Налог на прибыль. Вот если вы все просвещенные, грамотные, знаете, что есть агентское вознаграждение. Кто-то платит 2 гривны заготовителям, кто-то платит 3 гривны, то есть еще там понятие ценовой разницы. Вот я просчитал агентское вознаграждение за выполненные услуги 3 гривны за килограмм. То есть заготовленного меда налог на выплаченную сумму 30 тысяч с 10 тонн составляет 1500. Я это все это можно просчитать. Дальше. В итоге мы видим общую расходную часть выездной закупки на два расстояния. При нынешнем топливе, ребята, и при нынешних ценах на ремонт машин. Значит, 100 километров обходится 1,68 гривен за килограмм. То есть это получается, вот вы считали, посчитали расход на топливо, амортизацию, оплату за рейс, налог на прибыль. Вот гривна 68. При выезде 200 километров 10 тонн обходится. Вот умножаем на 2. На 2, в конечном итоге, получаем, работа фактически начинается в ноль. Хотя раньше мы ездили на 300 км, на 250. Переходим дальше. А если же предприятие не оплачивает заготовителю, а есть такие предприятия, у нас же много экспортеров в Украине, комиссию за снятие меда, как увеличится расходная часть? Вот, ребята, перечислило мне предприятие на закупку меда на 20 тонн. Вот смотрите, сколько можно потерять, просто отдать на 10 тонн 3200 гривен, это комиссию банку, пожалуйста, банк, вот вам 3200, то есть 3200 гривен это должен сделать мед из воздуха на 10 тонн, просто вот так взять его и слепить. Считаем, если мы на 200 километров, то есть получается уже дальше идет прямой убыток, 3,30, если я буду оплачивать комиссию банка, 3,30 гривен, чтобы вы понимали, как это. Дальше. Добавляем заход, расход на замену битой тары. Бедра, пластик. Ребята, у меня тару посмотрите. В машине бывает по 300 единиц тары. В 10-тонной машине 300-400 ведер везут ребята. Это предприятие некоторые говорят с прямым текстом. Ребята, 20% пластиковой тары ведра невозвратные. Как хотите, мы имеем право его не вернуть.
как я смотрю в глаза пчеловоду. Я приезжаю к нему, он говорит, вы мне побили ведра. Посмотрите в интернете, как ребята ругаются, когда им привозят, я не могу, какая фирма привезла побитые ведра, как они ругаются, как они расстраиваются. А моя прямой ответ, вопрос был пчеловоду, почему вы не сдаете этому заготовителю, почему вы решили сдать мне? Резинок не вернул, крышки поламаны, ведра репнуты, бидон не мой. Получается, вот если едет машина, то примерно бывает 600, ну бывает 500, бывает 700 гривен с машины. Это вот битая тара, которую мне нужно ребятам возвращать. Я сажусь на интернет, у меня прошлый год там 20 тысяч, потом 15 тысяч. Покупаю бэушные ведра для того, чтобы ну хотя бы из 100 ведер, там 10 может побилось, ну да ладно, она же соглашается, там 5 ведер. Ну сейчас бывает возвращаюсь, со скрипом не хотят, особенно моя категория деды, это ну... Это просто хоть плач. Не, я буду сдавать другому. Все, ты привезешь мне, разговор закинченный с тобой. Поехали дальше. Обслуживание склада в месяц. Ребята, у меня собственный класс, склад. Я вывел активы из Чехии. Я купил транспортные средства. Вот там говорили, нужно вложиться в пасеку. Ну, ребята, вы же вкладывали в пасеку. То же самое я вложил в склад. Я вложил в технику. И то, что там нужно купить там, на 1,5 миллиона, это все понятно. Но все занимающиеся люди бизнесом прекрасно понимают. Если мы хотим, чтобы бизнес приносил прибыль, то нужно его сначала вложить. Если мы хотим получить урожай картошки, мы должны сначала посадить. Не бывает такого, что вот мы решили сразу же вот так, а нам должно там все идти. Ну, вы прекрасно понимаете, вы все трудитесь, и я тружусь. Я свои деньги вложил в этот бизнес. Получается, склад, я не плачу аренду. А у меня идет сейчас электроэнергия и вода в отопительный сезон. Склад 600 квадратов. 300 квадратов у меня под мед, 300 под тару. Умножаем расходную часть, я вывел расход в месяц, средний у меня 6 тысяч гривен в месяц, 4 тысячи летом и 8 тысяч зимой. Отапливать помещение нужно, есть люди работают. Один ресурс у меня, кладовщик, помощник кладовщика, главный бухгалтер это моя жена, бухгалтер-специалист это помощник, который помогает заполнять документы, потому что очень много, мы отчитываемся налоговую, и то, что человек сказал, что вот берем, пишем на другого пасечника, потом пишем такого, ребята, я написал только 10 человек, за весь год, и то на себя, на жену. Просто пасечник сказал, а я документы не дам. Сдал в МЭД, а я документы, я вышлю, подожди, я зароблю копию, подожди. Оформляем на себя. Получается, у меня админресурс вытягивает 32,5 тысячи гривен в месяц. Едем дальше. Подрабатывающие. Ребят, 20-30% сейчас у меня мешки и кастрюли идут. Выгрузка, сортировка тары, переработка тары из мешков. Я поставил нержавеющий стол, поставил такой же рычаг специально для того, чтобы эти мешки разворачивать, колоть на части и вкладывать в бочки. Это получается плюс уборка, это все 5000 гривен в месяц у меня подработка идет сейчас. Я не посчитал здесь канцелярию, принтеры, погрузочные тележки, колеса. Я ребятам все механизировал. У них в машинах есть тележки, тачки. У меня в складе есть тачки. Я все это сделал для того, чтобы руками носить. Потому что чем больше люди носят руками, тем больше, меньше они работают. Они уходят, говорят, Вася, у меня спина. Я не могу работать. Дальше. Я поставил по программисту плачу за разработку 1С. Зачем мне нужна 1С? Ребята, это катастрофа, когда вот такая куча накладных, вот с такими пачечниками. Нужно разобраться, где сколько, у кого тары. И потом оно все путается, отдал, не отдал, ну как в колхозе 70-х годов. Это серьезно. Программист мне берет 26 тысяч для того, чтобы это все внедрить, эту систему подогнать. Плюс ставлю облачный сервер, потому что, ну, сами понимаете, нужно это все как бы хранить, создавать. Компьютер поломался, что-то случилось, не дай бог, ну тяжело. Поэтому 5 человек, работающих на выезде, они у меня сидят на минимальной заработной плате. Если пчеловоды говорят, мы не сдаем, я должен людям платить зарплату. Сейчас штраф за неработающего человека, я не знаю, по-моему, сколько там, 100 минимальных зарплат, если я не ошибаюсь. Любая проверка, это все, кирдык. Платить деньги и закрываться я не могу. Поэтому вот получается у меня 19 095, это 5 человек. Один человек у меня может отдыхать, а две вдвое ездят. Потом один выходит из бригады, его заменяет другой, для того, чтобы у людей были выходные. Дальше, следующий подсчет идет у нас. Расходы за месяц именно содержание заготовительного центра. Это 6 тысяч гривен оплата склада. Склады, я сказал, что 10 тысяч гривен это аренда сейчас такого склада стоит. Я его не плачу. Слава богу, он мой собственный. 32,5 административный ресурс, 5 тысяч гривен складское обслуживание, 19 минимальная заработная плата всех закупщиков. И это все составляет 62 595 гривен. Это при том, что все больше активных людей, которые готовы работать у меня, уезжают на заработки. И я держу людей для того, чтобы они никуда не ушли. Не было соблазна уехать там в Польшу или куда-нибудь. Хотя я сегодня слышал разговор своего знакомого.
как жалко, поляки, пенсионеры приезжают отдыхать и живут у нас, едят у нас, потому что им здесь выгодно, а наши молодые идут туда работать. Итак, разговор, расходная часть на содержание зарплатительной организации, состоящей 12 человек, я, прямое звено, работающее в ней круглосуточно, составляет в год 751 140 гривен. Едем дальше. Это моя организация, как я поставил. Может, я где-то что-то плачу больше? Ну, давайте подскажем, посчитаем. Но я вроде бы стараюсь все, чтобы все были довольны в этом деле. Высчитываем рентабельность. При доставке в склад у меня пчеловода есть услуга, которую я даю на гривну больше. Но человек имеет право привезти, он привез ко мне мед, он забрал свою тару, его обслужили, он просто подъехал, вышли ребята, приняли, поставили, он только походил, как бы посмотрел, сколько грузится, он не напрягается, то есть работа, сервис обслуживания есть, если он решил привезти. При условии, что предприятие оплачивает комиссию за вывезение денежных средств, включая на закупку меда, то средний заработок организации составляет 100 километров, это 1,32, на расстоянии 200 это 0. У меня, если 10% приводит вклад, то это получается вознаграждение мое 200 тысяч гривен. Это я считаю как бы за год. Теперь идем дальше. Я заготовил в этом году около 1000 тонн, вот мы подбиваем примерно до 1000 тонн. Теперь посчитаем, значит. 1000 тонн минус 100 тонн, это 900 тонн, это выездная закупка, это этот год. Делим на 2, это получается, у меня бывает, люди едут на 10 километров, на 100 километров, бывает на 200 километров. Часто бывает, еще расстояние набегает на 250 километров. Едем по селу, 5 километров в сторону, а выехали этот, едем, 7 километров в сторону. И вот бывает, набегает даже больше. Поэтому цифры мы оставляем как есть 100 километров и 200. 50% покупаю на 100 километров, 50% на 200 километров. Итого, значит, чистый заработок со 100 километров на заготовленных 450 тонн составляет 594 гривна. Это при той цене 1,32, при этом топливе, которое есть сейчас. Чистый заработок с 200 километров 0. На данный момент уже 0. Раньше еще что-то было. Едем дальше. 20 тысяч гривен доходы прямой закупки склад, 594 тысячи гривен доход на расстоянии 100 километров и 0 гривен на расстоянии 200 километров. Итого получается 794 тысячи. Теперь заработок организации без потерь на антибиотики и потерь на таре составляет 42 тысячи гривен. Это мой год 2018. Едем дальше. При антибиотике минимум 10% это при моем грамотном подходе. Я разговариваю с пчеловодом, я говорю, покупал ли пчелопакеты, что ты делал, брал ли булочные ульи, делал ли не делал. То есть выпытываю как клещами информацию, и то потеря 10% это вот на закупку 100 тысяч тонн, получается купили по 40, продали по 26-30, это вот потеря у меня 100 тысяч. Просто вылетает. Цена не растет, цена только падает, если как бы можно было играть по цене, то можно было продать, за что купил, в этом году не получается. В этом году не получается, ребят. Поэтому потери на таре у меня, если мы возьмем с одной машины примерно 600 гривен битые ведра, это получается 60 тысяч гривен потери на таре. Дальше, потери на антибиотики на таре 160 тысяч гривен. И что мы получаем в конечном итоге? Я не жалуюсь, ребята, я выкручиваюсь. Где-то что-то больше, как-то на сортовом меде. Приехали ко мне с ярмарки, ребята, купили у меня что-то, перекрыл. Для того у меня и голова, чтобы заниматься бизнесом. Но если будет заниматься бизнесом человек, который не умеет вращаться и крутиться в этой организации, это вот будет такой вызов. Это минимум 11 месяцев работы. Кстати, у меня не было отпуска в этом году. Просто не было. У нас были вопросы по таре, сосканий, пак, да, Владимирович? Как не получается? Была ситуация, тяжелая ситуация. Мне пришлось получить огромное количество единиц тары. Это порядка, сколько у нас? 2000 единиц 25 мая и срочно развести пчеловоду. Да, была ситуация, ребят. Это была моя реальная ситуация, где мне было, я плакал, стоял, я лил топливо в бак и понимал, что я не еду не займу, а просто еду и развожу, и развожу, и развожу. Я вышел из этой ситуации достойно, я никому ничего не должен, ни пчеловодам, разошлись по рукам и работаем. Вот получается, не такая она и простая, с каждым годом становится работа заготовителя. Стихийные они уйдут с рынка. Я не плакал, я не жаловался, я сказал, как есть. Я работаю над усовершенствованием, работаю над улучшением. Я собираюсь создать качество в этой сфере деятельности. Ну, что будет там, покажет время. Спасибо за то, что меня выслушали. Был искренен перед вами. Да, по таре пройдемся, да? Я там я. Вот, ребята, тара моя региона. 20 стиральных машин. Я поставил кирпичинку и залыл. А я хожу в тепловой камере, кирпичинку будем ставить. Ну и так далее. Вот, пожалуйста, Персил, вот хлором фенекол. Все как положено. Есть еще что-то где-то там, да? Это нет, последний? Все нет. А, жаль, там были еще такие кадры, ну ладно, кому интересно. А ванны нет? Ванны.
Ванны, ребята, я приехал к одному пчеловоду в 2014 году. И он мне каже, у мене мед, пристройте. Поехал, пішли, подивимся. Что он сделал? У него не было тапок. Он взял кусок помещения, отгородил, положил пленку, огородил деревяшкой и залил. Берите, купляйте. Всего доброго. А, вопрос, если есть, пожалуйста. Какую вы хотите, по вашему мнению, от пчеловода иметь цену? То есть, по вашему мнению, какая справедливая цена на мед сейчас? Значит, ребят, я говорю о том, что я предоставляю услуги, и сервис услуг, он, ну, должен, каждая услуга должна платиться за вознаграждение. То, что какая сейчас ситуация, я был в Европе, я смотрел цены там. Просто нужно сейчас понимать, я на самом деле только изучаю этот процесс и вникаю в него, нужно понимать, что все столкнулись с ситуацией, и экспортеры, и пчеловоды. Экспортеры столкнулись с тем, что если они хотят продавать туда, за границу, а там сейчас, по-моему, на 20 евроцентов предлагают контракты ниже, чем были раньше, если я не ошибаюсь, то они становятся заложниками той ситуации, ценовой политики за границей. И заложниками ситуации того, что пчеловоды хотят сдать мед. Я понимаю и тех, и тех. Я нахожусь между двух людей. Ну, понимаете, моя задача какая? Угодить всем. Вот моя задача реально угодить всем. А как угодить, я вот потом сейчас думаю. У вас реально сложный сегмент, то есть очень сложный, да, самый сложный. Сегмент, это пчеловоды-любители выходного дня, это основная масса. И в дальнейшем работа заготовительного центра будет и строиться на обслуживании пчеловодов-любителей выходного дня. Многие перейдут напрямую. Что? Сами выбрали такой сегмент. Ну, понимаете, как бы выбирать, в принципе, не пришлось, шло к тому, что люди обращались. И когда это было еще рентабельно, можно было работать. А вот теперь у меня стоит мысль, что делать дальше. И вот я приехал на это собрание, я буду думать, что мне делать. Выводить активы, либо продать свою заготовительную организацию как сервис, как обслуживание пчеловода выходного дня. Либо работать в ней как бы вот так. Вот моя задача так наладить здесь работу, чтобы экспортеру было выгодно заниматься моим предоставлением услуг. Но мои услуги – это вот работа с пчеловодами, которые не хотят заниматься профессионально. Вот это мой сегмент. И на данный момент он дальше будет подтакиваться. Скажите, пожалуйста, вот это вы назвали расходы по антибиотику. Вы его не возвращаете? Смотрите, хороший вопрос. Значит, есть понятие приехать, отобрать образцы, проверить мед и потом его купить. Я столкнулся с ситуацией такой, что мне перед предприятиями стало стыдно и тяжело работать в том направлении, что когда пчеловод согласился, чтобы у него взяли пробу, а сдавать мед не собирается. Предприятие несет расходы. Я, как человек, выполняющий услуги, должен гарантировать поставку того меда, который я взял пробу. Но если пчеловод не соглашается, меняется цена, я пошел по простому пути. Ну как простому, он сложный путь. Путем переговоров и убеждения с пчеловодами, что если ваш мед плохой, мы вам вернем, либо будем искать возможность его реализовать. Потому что другого пути, когда выбрасывает предприятие деньги на расходы, а мед не получает, я как заготовитель в рейтинге никому не нужен, никому не потребен. Зачем такой заготовитель? И плюс еще я буду нести свои потери, потому что я взял пробы, но не получил этот мед, заплатил за то, что поехали, отобрали пробы. Поэтому я пошел по пути. Мы берем у вас мед, вы деньги не тратите, там даем предоплату, мед проверяем на предприятии. Если мед хороший, как бы я даю команду, вы тратите деньги. Если нет, мы приходим, возвращаем. И вот это не возвращенцы. Это люди, которые у мене грошей нема. Робить всем медом, что хочете. Вы брали, вы думали. Всего наикращего. Поймите, когда пчеловод сдает мед в мешках и картонных коробках, у него даже тары у меня не остается. Ему нам все равно, на вещи мы берем, как выполнять планы, как выполнять обязанности перед экспортером. Ну раз не взяли, да, сказали в бочке, и на следующий раз будет бочка. Раз не взяли, значит, раз не взяли. Вы поставляете мед в себя за антибиотиком, вы приветствуете пчеловода, заставляете его дальше пользоваться этим антибиотиком. Дело в том, что я ему говорю, я с ним воюю, у меня даже в долгах он пишется, мы с ним созваниваемся. Это не перешли. Его надо наказывать. Добрый, можете говорить. Да, его документы там принудите. Вас, вот вы сами про своего брата говорите, вас самих надо наказывать всех, получается, да? Нет, не всех. А любители как? Это любитель. Вот у вас, у меня предложение, для того, чтобы должна быть ценовая политика разная. У меня предложение есть, должна быть ценовая политика для тех, кто сдает в такой-то таре, для тех, кто дает такой-то таре. Я только за.
Но это должно исходить из тех, с кем я работаю. Правильно. Если будет такое предложение, что в такой таре мы не берем вообще, а в такой таре мы берем дешевле, это будет их учить. Но я привязан к тем, что я еду в это направление, и у меня получается, пчеловод мне говорит, Василий Владимирович, коли вы за медом приедете, я кажу, объема немає. И я понимаю, что есть объем в мешках и в коробках. И цей... а как? Мне ехать 10-тонной машиной за 5 тонн? У меня вообще рентабельность упадет. А сейчас за перегрузы штрафуют. У меня пятитонник, 3,5 подвезти. Меня раз на 72 евро оштрафовали, перегрузили машину. Я еду большой машиной, недогруженная. Я сталкиваюсь с тем, что мне нужно ехать и побыстрее забрать у того, кто заказал. А тот, кто другой, он находится там же направлении, но у него в мешках. Ехать или не ехать? А коли вы не приехали? А чего вы не приезжаете? Мы вам уже цілий тиждень вас чекаем. Где вы? А у меня мед в мешках там рядом у их знакомых. И надо ехать и брать. В данном случае необходимо нам всем строить систему эффективную. Это касается, если мы посмотрим антибиотик, то, например, предприятия-экспортеры, мы в том числе, например, взяли проб на 2500 тонн, мы сделали анализ, и мы сказали, там мед пригоден или нет. Из них в продаже 300 тонн. 2500 и 300 тонн. И сколько денег предприятие потратило? Сотнями тысяч долларов. Ну, хотел сказать иначе. Дивіться, є агроістрайтельный конкурент. На ринку, да, хорошая лаборатория, там є зал лабораторії хороший. Він просто в 17 році в нього попало пасічників антибіотиків. Звідки ж він береться? Там зараз в Європі такі жорсткі норми, я вам зараз далі розкажу, що в переважній більшості, ну, відсотків 30-40, я боюсь сказати, не пройде. Вони зажали ще нижче, там є окремі позиції, в яких фактично норм. А звідки він взяв, купив нас на ринку? Звичайно, на ринку зайшов препарат, ну, відомий всім російського виробника, яких відсотків 20-30 пасіків виробляє. Він взяв, перевірив себе в лабораторії, ну, спектральний аналіз у нас на формі, в принципі, він виставив. Ці всі препарати уранфінікол дають, я не помиляюся, там десятки разів. Достатньо раз показати, поставити, і 3-4-5 разів років мед ваш не пройде аналіз. Банально. Берете упаковку препарату. На цьому препараті ніякої позиції, ні сертифікату, нічого в цьому немає. Ці препарати в нас продаються в Україні тисячами, пачками, як я кажу. Так само українські. Банально. Дайте сертифікат якості на препарат. Будь ласка, якась лабораторія чи експортери, поставте перелік пасічника цих препаратів. Звідки цей береться антибіотик? Скільки мільйонів, чи можливо, мабуть сотні мільйонів витрачено за ці роки для того, щоб в певній кількості раз перевірити цей антибіотик. Він якщо раз занесений, он, питаю Андрія Чінкіна, досить такий професіонал своєї справи, кажу, звідки він береться? Він каже, от Смагін, відео відоме всім горі, розказував, що там курятники, там десь ще десь. Він каже, якщо це все отак, десь там збоку, десь у воді чи ще щось, десь там кури п'ють цю воду, скажімо, ферми великі. Да, я согласен, він каже, буде в меді, але його буде, каже, якийсь баланс норми. Да, а це каже в десятки, а то декого в сотні. А є випадки, що за шкал це все пішло. І воно ж не відбувається, що не зникає за день чи за два. Воно десятки років буде, ви будете постійно здавати. Зараз вон проблема, дзвонить пасічник, хлорамфенікол. Була норма 0,3 брали, в принципі, зараз Євросоюз, вон будуть зараз 0,1. Це фактично в деяких лабораторіях, це фактично по нулях. Його не повинно бути просто. Скажу, що ваш мед не прийшов. І цей мед, якого дуже багато, десь він розчиняється, десь він дівається. Ми всі знаємо, де він дівається. Він дівається в нас на ринку України, як кажуть. Ось це замку, ми такі. При тому, ось розказуємо, витрати наші глобальні. Да, у мене великі витрати, скажуть, як пасічник. Витрати заготовача великі, в експортера великі витрати. Глобально вверху цієї піраміди стоїть хто? Покупець за кордоном. І він дивиться, от в мене є ціна меду в В'єтнамі чи Індії, чи в Аргентині. В них зараз непрості вже лабораторії, вони можуть на атоми це все розкласти і вичислити, який там китайський мед, чи він фальсифікований, чи не фальсифікований. Хімія вже не настільки дійсна. Вони буквально візьмуть цей мед, перевірять його якісно. А в них там собівартість меду
це не з нами порівняти. Вони нас будуть демпінгувати і далі будуть демпінгувати, тому що в них природні умови набагато кращі, дешевша сила краща. І ми цю конкуренцію програємо. Оце ми ще в кризу не війшли. Криза попереду. Дешевша робоча сила. В Аргентині, мабуть. В В'єтнамі дешевше, в Індії дешевша робоча сила. Щоб ми знали, в В'єтнамі, ага, скажімо, там немає. Середня зарплата $500. $500 $1.5 долара з доставкою в США. Середня статистика показника, якщо ви подивитеся. В Індії 1.7 з доставкою в США. Це є статистика. Ринок перенасичився медом просто. Це ніхто кого не цікавий. Ребята, це дискусія. Це все нас ожидає. Я вас підтримую, Володимир.